Со дня признания независимости Абхазии прошло более года. Сейчас грузино-абхазские рубежи взяла под охрану ФСБ России. В приграничные районы стали возвращаться те, кто бежал из этих мест после войны с Грузией. Корреспондент Инфокса на месте увидел, от чего зависит и не зависит республика, и кто здесь охраняет российских туристов. После агрессии в Южной Осетии грузинской войск мы сделали сокращение личного состава, в связи с тем, что нет надобности в таком количестве. У нас кроме личного состава Министерства обороны, которое есть резервные бригады, которые в случае агрессии в течение суток могут встать в строй и выполнять свою задачу. В Абхазии несут службу более 1500 российских военных, а морскую границу охраняют до 5 кораблей Черноморского флота. Но есть корабли, которые находятся непосредственно на российской территории, вот, территориальных вод, в случае чего они внезапно могут вступить в любые конфликты и ситуации. По всей республике еще встречаются напоминания о прошедшей войне. В Сухуми стоит сгоревшее здание Совета министров. Перед ним устраивают концерты, а на крышу забираются любопытные туристы. В кабинетах правительства до сих пор можно найти документы до военного времени. Абхазия привыкает жить, не опасаясь нового грузинского вторжения. Здесь все уповают на Россию, восстанавливают дома, гостиницы, дороги. В столице впервые за много лет стали появляться автомобильные пробки. Жители и туристы ждут скорого открытия Сухумского аэропорта. Я, насколько знаю, вот последний приезд Владимира Владимировича Путина и то, что на встречах разговор был, что будет открываться. И туристы хотели бы, и другие, и третьи, потому что это самый лучший вариант, чтобы попасть в Абхазию. Гагры, Пицунда, Гудаута – эти слова спустя 20 лет снова входят в лексикон российских туристов. Пограничники констатируют, после признания независимости число отпускников увеличилось вдвое. В минувший сезон республику посетили более 1,5 миллиона россиян. Как и раньше, гостей ждут чистые пляжи, новоафонские пещеры и высокогорное озеро Рица. Любители острых ощущений могут облететь побережье на дельтолете, а майор ВВС Абхазии запросто покатает желающих на боевом самолете. Павел Котляр, Сергей Ивашко, Артем Селезнев, Инфокс.